Всем привет! С вами канал Art Money. Сегодня у нас обзор с вами на фетр. Цветной остров сокровищ. Покупала его за 200, но сейчас он стоит уже 150 в Альберсе. Вот здесь у нас всего 8 цветов. Толщина якобы 2 мм. Формат А4. И вот что-то такое. Появилось у меня новое творчество. Хочу попробовать. Поэтому первый раз взяла дешевый. Вот. Если сейчас мне понравится, я закажу еще. Пока он по 150 там стоит. Так. Ну, кстати, тут сразу видно, что желтый вон прям просвечивает, как какая-то вот тряпочка. Ну, кстати, на ощупь они похожи на тряпочки. Вот эти вот продают. Такие вот тканевые для стола. Вот. Ну, такой он. Довольно прям это. Прозрачненький такой. Желтенький. Вот именно. Здесь, ну, чтобы 2 миллиметра... Может, конечно, и есть 2 миллиметра. Даже не знаю. Вот. Сложенный он так хорошо. Красный. Ну, смотрите. В принципе, он просвечивает тоже. Довольно тоненький он. 2 миллиметра все-таки, конечно, это тонко. Но зато, мне кажется, шить очень удобно. И плотный, кстати, довольно. Вот тут вот. Вот тут, кстати, тянется чуть-чуть сбоку, где вот длинная ширина, а тут нет. Тут, кстати, чуть-чуть он грязненький. Так, там у меня мешает немножко ребенок, растягивает пленку предыдущего обзора. Так что не обращайте внимания. Так, тут тоже довольно она видно, что она такая прозрачная. Но в целом, кстати, они все одинаковые. То есть я смотрела отзывы, там, вернее, читала их. Отзывы у некоторых там грязная приходит, с пятнами, слишком тонкая там или что-нибудь такое. Тут вон зеленый, кажется, как будто полосочки вон есть. Ну ничего, такая нормальная. Для шитья в первый раз такого шитья нестандартного, в принципе, сойдет. Для именно вот начинающих новичков, наверное, я даже закажу за 150 рублей. Еще, наверное, я не знаю, сколько штук. Штучки две, наверное, и буду радоваться. То есть, ну вот они, все эти цвета, довольно яркие цвета. Мне понравились. Ну и шьется вот такая вот интересная вещичка. Не знаю, буду ли я шить, но хочу попробовать. Вот, вот такой у нас с вами был обзор. На вот такую интересную вещь. Дальше смотрите, подписывайтесь, дальше смотрите ролики вместе с вами. Будем что-то пытаться, что-то шить. Стараться делать. Обзор у нас с вами большой. Там еще много всего интересного будет на моем канале. Канал называется Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока.